Внимание Саши привлекают множество новых игрушек. Это первый день малыша в яслях. Родители хотели, чтобы ребенок ходил именно в 56-й детский сад. На очередь в ясли Светлана Наумова встала с самого рождения ребенка. Сейчас мальчику почти 3 года. Его мама признается, открытие ясельной группы – праздник для семьи. Мы рядом живем, тут на Чапаевской, и как бы планировали попасть в Самарском районе в детский сад. И вот надеялись, что нас возьмут как можно раньше. И вот так произошло, что мы попали даже раньше, чем даже надеялись. В новых ясельных группах будут воспитываться 75 детей. Когда малышам исполнится 3 года, их распределят в старшие группы. Благодаря нацпроекту демографии в здании сделали капитальный ремонт. Для детей созданы все необходимые условия, чтобы играть, отдыхать и развиваться. Мы провели капитальные ремонтные работы, выделили колоссальные денежные средства. Мы приобрели новейшее оборудование технологическое на пищеблок, полный замен. Ремонт всех помещений, ну и, конечно, мебель, игрушки, мягкий инвентарь, все новое. Пищеблоку ясельных групп предъявляются более строгие правила. Например, здесь есть специальный прибор для обеззараживания воздуха. Он убивает все микробы. А вторые блюда малышей готовят на пару вот в таком аппарате. В детский сад приняли и новых сотрудников. Например, кроме среднего медицинского персонала, появился врач гигиены детей и подростков. Он будет отслеживать за состоянием здоровья маленьких воспитанников в яслях. Педагоги совершенно другие. Другой подход в воспитании, другой подход в уходе. Даже питание этим детям и режим совершенно другой. Мы, конечно, очень волнуемся, мы переживаем, но мы полностью готовы оказать им здесь те условия домашние. Это единственный детский сад в Самарском районе, именно ясельная группа, которая нам необходима, и сегодня мы его открыли. С начала 2019-го в детских садах открылось свыше 130 ясельных мест. До конца года в Самаре введут в эксплуатацию несколько новых зданий для дошкольных учреждений. Это позволит сократить очереди в сады. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.